Рак кожи у нас мы выделяем три вида рака кожи. Это первая меланома, которая самая опасная, называют ее и королевой онкологии. Вторая это базально-клеточная карцинома, базальомой называют. Она менее опасная и плоскоклеточная. Вот три вида определяем. Они называются так, потому что плоскоклеточная именно мутация эпителиального слоя кожи. А меланома это создается из меланоцитов, которые дают пигмент на нашу кожу. А базальома это самая менее опасная, которая не переходит базальную мембрану, то есть базальома практически не дает метастазов. Поэтому она менее опасная. При базальоме у нас лечение только удаление. Если по симптомам, в первую очередь мы должны обратить внимание на изменение своих родинок. То есть у них могут меняться контуры, границы, могут увеличиться и цвет кожи. То есть цвет невуса могут меняться. Это затемнение или другие. Еще могут рядом появляться такие дочерние родинки, это частый признак меланомы. Следует обратить внимание именно на изменение цвета, изменение контуров, границ и увеличение размеров. То есть у нас доброкачественные невусы, наши родинки, они очень редко переходят на злокачественные, но бывают то, что они переходят, и очень часто появляются новые, то есть меланомы появляются на новых местах. Очень часто. Но не следует пропускать свои родинки, тоже надо контролировать. То есть у кого много родинок на теле, они как минимум раз в год должны хотя бы наблюдаться у дерматолога. На появление злокачественных клеток, злокачественных образований кожи, именно сейчас в первую очередь это ультрафиолет, то есть ультрафиолетовые лучи солнца. Почему? Потому что за счет него начинаются мутации клеток кожи. Одно из объяснений этому именно европейцы, европейные населения, то есть кожа, цвет кожи у кого белые, светлые и голубоглазые, они очень часто подвергаются именно меланоме кожи, злокачественным образованием кожи. И по раку кожи занимает лидирующие места Австралия. Там тоже европейцы, европейского происхождения, население, белый цвет кожи. Потом сейчас у нас начинается сезон, многие будут загорать. В последнее время у нас увеличивается количество заболеваемость кожи, рака кожи, именно меланомы в частности. Почему? Потому что загорать стало модным, именно загорелый цвет кожи стало модным, поэтому сейчас количество увеличивается, год годом увеличивается. Загорать лучше до 11-12 часов и после 3-4 часов. То есть вот именно в обеденное время лучи солнца, ультрафиолет, количество ультрафиолета увеличивается. И когда ездим куда-то отдыхать, именно загорать, надо в интернете можно набирать ультрафиолетовый индекс, УФ-индекс напишите и выйдет там ультрафиолетовый индекс. Если индекс выше 2, лучше защищать кожу, то есть это одеждой или солнцезащитным кремом, это SPF крема очень часто пользуются. Перед отдыхом можно там смотреть в интернете УФ-индекс и там выйдет. Если выше 2, обязательно защищать, то есть УФ-индекс выше 2, уже риск облучения это уже большой. В СКО по статистике прошлого года, 23-го года, именно заболеваемость раком кожи занимает 4-е место. Первое место у нас молочной железы, потом легких, рак легких, потом колоректальный, то есть кишечника. 4-е место занимает рак кожи. В 23-м году у нас в СКО было зарегистрировано 182 случаев рака кожи. И очень много из них это базально-клеточная карцинома, то есть базальома. Это менее опасно, но меланомы у нас часто приходят, запущенные. Почему? Потому что сейчас многие стали удалять свои родинки именно в косметологических клиниках, в частных клиниках. Там, в частности, в основном онкологи не консультируют, там на гистологию очень часто бывает не отправляют. И к нам в онкологию обращаются уже только с метастазами. То есть бывали случаи канцероматоз брюшины, канцероматоз грудной клетки, то есть везде метастазы, но мы не можем найти первичный очаг где. И вот когда собирали анамнез, мы узнали, что год назад этот пациент удалил свою родинку в частной клинике. Но на гистологию так и не был отправлен.